Здравствуйте, меня зовут Буриев Акмаль Акбарович, я врач ультразвуковой диагностики. Эхокардиографические исследования проводятся при исследовании врожденных и приобретенных пороков сердца, ишемической болезни сердца, а также в целях профилактики. Эхокардиография – это ультразвуковое исследование сердца и магистральных сосудов. Существует несколько видов эхокардиографии. Это трансторакальная, через пищеводная эхокардиография, стресс-эхокардиография, а также тканевая допплеровская эхокардиография. Преимуществом эхокардиографии является доступность, безопасность и получение быстрых и точных результатов. В нашей клинике используются передовые диагностические технологии компании General Electric Healthcare. Одним из них является ультразвуковой аппарат VIVID S70. Он является аппаратом экспертного класса диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Такие аппараты, как VIVID S70, намного упрощают работу специалиста и повышают точность диагностики. Специальной подготовки для трансторакального исследования не требуется, но для черезпищеводного эхокардиографического исследования пациент должен прийти натощак. Так как эхокардиография является оператор-зависимым методом, процент ошибок в диагностике зависит от квалификации специалиста. Клиника Medion Innovation является одним из передовых центров кардиохирургии и интервенционной кардиологии, где эхокардиография является одним из комплексных методов исследования при сердечно-сосудистых заболеваниях. Будьте здоровы, берегите свое сердце. С вами был Акмаль Буриев, врач ультразвуковой диагностики.